В прошлом году количество сделок по купле-продаже отечественного зерна на товарной бирже увеличилось на 300% по сравнению с 2014-м. Такая динамика объясняется изменениями, которые были внесены в законодательные акты, говорят эксперты. Благодаря этому значительно увеличилось количество игроков на товарной бирже. Соответственно, растет и число брокеров. Сегодня в Казахстане работают более 500 брокерских компаний. Самые крупные сделки приходятся на сельскохозяйственную продукцию, металлы и оборудование. По словам сотрудников товарной биржи, увеличение объема купли-продажи в свою очередь помогает определять дальнейшие ценовые маневры. Основной продукт биржи – это в первую очередь информация. Те индикаторы, которые формируются в процессе биржевых торгов. На сегодняшний день весь мир беспокоит индикаторы стоимости нефти марки Brent или других каких-то важных индикаторов. Такие индикаторы есть и в Казахстане. И мы считаем, что они должны формироваться в нашем правовом поле и в нашей национальной валюте, в тенге. Соответственно, на сегодняшний день мы можем сказать о том, что такие индикаторы сформированы. Для тех, кто только постигает азы биржевых торгов, товарная биржа ЕТС организовала день открытых дверей. Желающие ознакомились с порядком ведения торгов и даже сами приняли участие в этом процессе. Что еще немаловажно, участники могут сами устанавливать цены, а чтобы исключить ценовой сговор, они ведут торги в условиях полной анонимности.